Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Катание на катере ценой в жизнь. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины во время отдыха на реке Сулак. Подробности смотрите в начале. Острая нехватка и высокая цена. Проживание в отелях Дагестана оказалось вторым по дороговизне в стране. Разобрать ситуацию, услышать и помочь. В Хвастовюрте открылся филиал отдела примирения муфтията Дагестана. Новые имена, новые надежды. Дагестанские вольники продолжают завоевывать медали чемпионата России в Москве. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины во время прогулочного катания на реке Сулак. Трагический случай произошел днем 2 мая. Компания из 5 человек, 4 девушек и мужчины каталась на маломерном судне без спасательных жилетов. Судоводитель совершил опасный маневр, и одна из пассажирок упала в воду. Ее ценой своей жизни спас 56-летний знакомый. Очевидцы утверждают, что его течением унесло в другую сторону. Следователи задержали предполагаемого виновника. Уголовное дело они расследуют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшей по неосторожности смерть человека. Более 40 дагестанцев удостоены государственных наград за вклад в социально-экономическое развитие республики. Церемония по традиции началась с гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан. Провел торжественное мероприятие премьер-министр региона. Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил всех присутствующих в зале с прошедшим 1 мая и с наступающим Днем Победы. Он подчеркнул, что праздник весны и труда дорог многим поколениям дагестанцев. И сегодня мы по праву можем гордиться нашими талантливыми земляками, которые своей плодотворной деятельностью в сочетании с любовью к избранному делу способствует развитию нашей республики, обогащает дагестанскую культуру и искусство, охраняет покой и безопасность. Высокие награды разных достоинств получили талантливые медицинские сотрудники, учителя, инженеры, художники, писатели, артисты и представители других рабочих профессий. Среди тех, кого отметили, также Рукижат Гапарова, которой присвоено звание «Заслуженный врач Республики Дагестан». Она посвятила сфере здравоохранения около 40 лет жизни. Я очень благодарна судьбе, что я выбрала эту благородную, гуманную профессию. Желаю всем дагестанцам, то есть малой и большой родине, конечно, благополучия, здоровья. И самое главное, чтобы подольше были востребованными. Проживание в отелях Дагестана оказалось вторым по дороговизне в стране. С начала весны рост цен составил 30% и сейчас уже превысил 5 500 рублей в сутки. По словам экспертов, рост цен обусловлен нехваткой гостиничных номеров при крайне высоком спросе на отдых в республике. Отметим, что классического раннего бронирования со скидками и бонусами от отелей уже нет. Ремонт более 10 километров дороги на участке трассы Бабаюрт-Гребенская начат в Дагестане. Она соединяет наш регион с соседней Чеченской республикой. Кроме того, проходит вдоль населенных пунктов и прикутанных хозяйств, которые расположены в зоне отгонного животноводства. Дорожники заменят старое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют систему водоотведения и 3 мостовых сооружения. Будут восстановлены обочины и созданы условия для пешеходов. Ежедневно на объекте задействовано более 20 рабочих и 15 единиц спецтехники. По плану его введут в эксплуатацию в конце августа этого года. Сады предков в Гумбетовском районе восстановят благодаря инновационным методам. В селении Гадари на высоте 1200 метров над уровнем моря в этом году интенсивными садами заложат более 3 гектаров земли. Насаждения будут обеспечены системой капельного полива. К посадке запланированы разные сорта грушевых, абрикосовых, персиковых, сливовых деревьев, а также яблонь. Чтобы наши горцы не уехали, чтобы наша молодежь здесь осталась, чтобы развивалась наши сады, наши традиционные сады, те сады, которые предки нам передали. Мы уже, как говорится, ногу со временем будем представлять уже сады по-другому, уже качественно. Отметим, что работа эта проводится по поручению председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Согласно проекту, в Гумбетовском районе до 2025 года под интенсивные сады должно быть отведено более 25 гектаров. В Унцукульском районе состоялся финальный этап конкурса по основам ислама. Его участниками стали более 100 человек, и все они абсолютно разных возрастов.
Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Соревнования проходили по двум основным номинациям. Это правильное совершение намаза и чтение священного Корана. Как давно читаете Коран и кто научил? По правам уже читаю почти год. Научил мой муалим. Как только узнал про конкурс, так и сразу начал готовить, чтобы порадовать близких и родителей. Когда идет спортивные соревнования, выбирают нейтральные судья. Здесь на высшем уровне происходит. Я участвовал в не конкурсах, потому что были сильнее меня люди. Мне трудно махрадж произнести, потому что у меня полный комплект зубов нет. По итогам состязания всех победителей и призеров наградили ценными подарками и денежными вознаграждениями. Мероприятие посвятили памяти сельчанина, чтеца и преподавателя Корана Мухаммад Хаджи из села Зула. Было бы даже желательно, чтобы каждый год такие конкурсы проводились. Так что в этом районе, кроме Мухаммад Хаджи, тоже есть очень такие влиятельные люди, которых весь район знал, и не только район, и Дагестан знал. Мухаммад Хаджи я знаю с Азов, как он начинал обучать детей. Он не только Корану обучал детей, он был общественник. Поэтому я очень доволен этим конкурсом. Если будут проводиться такие конкурсы, и в них будут, короче говоря, упоминать таких алимов, таких видных религиозных деятелей, очень большая польза для последующего поколения будет. В Хасавюрте открылся филиал отдела примирения муфтията Республики Дагестан. К нему относятся все населенные пункты Северного территориального округа республики. Руководить им будет Мухаммад Расул Магомедгазиев, который долгое время работал в отделе примирения в Махачкале. Богослов имеет большой опыт работы в решении насущных вопросов жителей региона. Нового работника назначили на должность на недавнем собрании Совета имамов Хасавюрта и Хасавюртовского района. Отдел уже начал функционировать. Находится он по адресу город Хасавюрт, улица Даибова, 22. Для нашего представительства муфтията в Хасавюрте он очень был необходим. Сюда могут обратиться все жители Северного территориального округа. Очень много обращающихся к имамам нам для маслахата, бракоразводных вопросов, очень много вопросов. И к новостям спорта. Дагестанские вольники продолжают завоевывать медали чемпионата России в Москве. На первую ступень пьедестала в весе до 79 кг впервые поднялся Магомед Магомаев. Борец из Хасавюрта в финале был сильнее земляка, представляющего Брянскую область, Гаджимурада Алихмаева. Другой наш финалист в весе до 70 кг Курбан Шираев уступил в схватке за золото Иналбеку Шириеву. Мне было в 21 году, я еще хотел выиграть. Был очень близок год. Проиграл Шалаеву в финале, остался вторым. И после этого у меня была цель стать чемпионом России по взрослым и цель выиграть чемпионат мира по взрослым. Чуть-чуть повезло мне, да, сегодня выиграл. Настраивался тоже на схватку. Вот очень хороший, тоже опытный спортсмен, Хаджимурад Алихмаев. Очень международный старт и в больших стартах тоже всегда в призерах чемпионом становился. А у меня такие вот выигрыши первый раз, тем более по мужикам. Все равно другие эмоции, чем Ю-21, Ю-24. Иншаллах, чемпионат мира вот хочу. Хочу поезд в другой формате, который обновить, и чемпионский, да, обновить. Сегодня на чемпионате России в борьбу вступили представители олимпийских весовых категорий. На ковер вышли и уже одержали свои первые победы Абдулрашид Садулаев, Шамиль Магомедов, Ахмед Усманов и другие наши лидеры. Имена финалистов станут известны ночью. Напомним, что по результатам соревнований будет сформирован состав сборной России для участия на Олимпиаде в Париже. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире.